Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Sunshot Full, будем проходить Rise of the Tomb Raider. Я так понимаю, нас будут встречать здесь бессмертные, которых мы не сможем убить, нам надо будет просто их убегать от них. Опять эта стена, сейчас нам надо будет карабкаться с помощью стрел. Только из-за этого я спрыгнул. Ого, тут, конечно, руд всяких. Жесть, какое количество. Ну, костерчик. Костерчик нужно разжечь и прокачать. Может быть, с этими стрелами как раз штучку. Может быть, и без них. Два навыка. Мне нужно немного передохнуть. Это место. Китиш. Яков. Бессмертные. Я так долго и так быстро бежала, что даже не успела осознать, что все это реально. Я не до конца могу в это поверить. Но я знаю, что Яков говорил правду. То, что сделало его таким, находится здесь. И я должна найти это раньше Ордена. Если бы только папа был жив и узнал об этом открытии. Ну, я автомат поулучшал до такой степени. Что теперь мне нужно? Куча всего нужно. Аптечек у меня, конечно, после этого не останется, скорее всего, но... Смотрим, что можем улучшить. Этот удар. Это если полную категорию. Вот на эту ачивку, наверное, дадут за полную категорию изученную. Не, блин, это очень круто, конечно. Опа, а тут ништячок. Я думаю, игра уже подходит к концу. Это мне не очень нравится, конечно, но... Я хотел бы, чтобы она шла бесконечно, как и любая другая игра, типа Ведьмака. Но такого не бывает. А жаль. Поразительно. Яков, я иду в город. Что меня там ждет? Наши не спускались туда уже несколько столетий. С тех пор, как замуровали вход. Но там должно быть безопасно. По крайней мере, пока не минуешь планетарий. Он был частью обсерватории? Да, его построили мои астрономы.
До того, как бессмертные погребли старый город подо льдом. Он откроет тебе вход в Китиш. Блин, жесть. Посмотрим, как работает эта штука. Вот так вот. Вот так она и работает. Каждый падает, и поэтому... Так она и работает. Похоже, нужно потянуть за это. Немножечко косанул, и все. И получилось вот так. Понятно. Сложная задача. Понятно. И дальше. И туда дальше. Так, надо думать, как тут проходить. Она повернута. Нужно найти правильное положение. Это понятно, что нужно найти правильное положение. А, ну понятно. Я что-то затупил. Я нашел правильное положение, называется «Крутые текстуры». Теперь все понятно. Понятно.
Закрыто. Нужно как-то отключить механизм. Как-то? Понятно. Аж доску проломил своим телом. Хорошо. Теперь нужно поднять это наверх. Главное рассчитать время. Якова опередил свое время. Будь внимательнее, Лара. Лара, не торопись. Сейчас. Надо лезть. Особые приемы стрельбы из лука, разработанные в Византии. Тройной выстрел какой-нибудь? Классическое образование. Увеличен до 3 числа стрел, которые можно выпустить за раз без необходимости сдавать из колчана. Из колчана. Из колчана. Хочу попробовать, я знаю, что это займет время, но хочу попробовать так, как я сделал именно, без использования лука, просто прыгаешь.
Почти весь путь я уже проделал. Опа. Колокола. Старый город неподалеку. Колокола. Лара, мы на горе над ледником. Троицу видно? Да. Они начали взрывать лед. Я вхожу в старый город. Послушай, Софья, не спеши их атаковать. Мы подождем. До связи. Ну, это, конечно, секреток будет до хрена, но я пока не за секретками, мы за сюжетом все пришли. Русский. Меж тем этот безумец продолжает идти. И я не знаю, что его подгоняет. Мы пересекли ледяные горы на краю мира. Его люди гибнут. Каждый день я натыкаюсь на могилы или просто тела, брошенные на обочине едва заметной тропы. Я исхудал и осунулся, но я так близок. Моя лошадь пала. Та самая кобыла, на которой я воевал против болгар. Пришлось ее разделать и забрать мясо с собой. Но я близок как никогда. Оттуда, из-за гребня горы, раздается их пение. В ближайшие дни я прикончу пророка и вернусь в орден с победой. Еще один день, всего только день, и я его настигну. Хм. Сейчас что-нибудь жопошное будет, да? Жесть там вообще. Ничего не могу сделать, тогда окей.
Жесть. Они сейчас по мне херачить начнут. 100%. Меня заметят, начнут по мне херачить. Чтобы экшен был, так, скорее всего, сделаю. Как их много. Ну, а что ты хотела-то? А мне с ними придется встречаться. Их не... Воу. Охереть. Мечами, блин. Вообще пипец. Как с ними драться? Пацаны, подождите! Да, эти враги уже интересны. Огнем этим херачит. Вот это уже враги интересные.
Не, ну здесь лука они хорошо убивают. Ну, это странно звучит, конечно, но может быть даже. Акина, что там стадин? Туда. А туда, если пойти тогда. Да, тут будет довольно-таки сложно играть, потому что враги здесь довольно-таки неплохие. Я не знал, что бывает так страшно. Войско монгольской орды стоит лагерем по ту сторону долины и готовится ударить в сердце Китежа. Мы встретим их алхимическим огнем и сделаем все, чтобы помочь бессмертным. Но я никогда еще не видел кровопролития. Да что там я? Никто в городе не держал стали в руках. А чтобы отнять чью-то жизнь, не знаю, хватит ли мне решимости. Какая странная вещь. Здесь скифские элементы, но похоже на... Нет, не может быть. Падать определенно не резон. Если ты возвращаться обратно, чтобы... Ну, поехали. Друзья, на этом мы закончим данную часть. Спасибо всем за внимание. С вами был Сеншат. Всем до встречи и пока.